Мы снова в прямом эфире. Если вам кажется, что реклама на Матч ТВ длится невыносимо долго, то вам обязательно нужно посмотреть на героев нашего следующего материала. Да, они на своих двоих покоряют самые суровые места нашей страны. И речь идет о первом в России международном горном ультрамарафоне «Трансурал» длиной в 4 года. Он стартовал аж в 2014-м и уже близится к своему завершению. Знаете, что самое удивительное? Его участники не профессиональные спортсмены, а самые обычные люди. Кто все эти люди? Да в основном обычные любители всего нового, живого и натурального. Есть спортсмены, которым важен собственный результат, но есть и те, кто стремится просто побывать там, куда сам никогда бы не собрался. 190 участников, 50 из которых бегут Трансурал 4-й год подряд и уже досконально изучившие каждый маршрут этой ультрагонки. Для организаторов и участников приполярного этапа здесь многое впервые. Например, впервые заповедной территории, что накладывает дополнительную ответственность по бережному отношению к девственным местам. Многие, кто впервые решается бежать по горам, до последнего сомневаются, правильно ли это. По технике безопасности ходить-то по камням надо с долей сомнения. Мало ли какой вырвется и подведет, а тут гонки на скорость. Трансурал буквально переворачивает представление о пространстве. Когда задумывался Трансурал, естественно, были и другие горные марафоны. То есть то, что кому-то может показаться абсурдным, стало нормой во всем мире задолго до нас. Тот же всемирно известный забег по Альпам Ультра Трейл де Монблан. Трек проходит по территории трех государств – Франции, Италии и Швейцарии. А очередь на него растягивается на 3 года вперед. Почти как здесь. Посмотрите на эти луга. Альпы просто отдыхают. Мягчайшая трава. Бежим, как по батуту. Отсутствие камней. Восхитительная погода. Сейчас эти места почти свободно посещают туристы. Почти, потому что, как ни крути, добраться до сюда все-таки в каком-то смысле достижение. Зато, когда Рубикон перейден, небывалая по красоте природа, очень древняя и открытая, бесценная награда. Все эти виды обязательно запомнятся, отложатся в памяти и будут еще долго греть душу. Гриша, готов? А ты, Андрей? Я не знаю. Но перед эстафетой на главную вершину Урала дополнительно поясним. Трансурал – это все-таки многоэтапная гонка. Идея в том, что участники бегут ее 4 года в разных климатических зонах. От южного до приполярного. В каждый этап входят 4 маршрута из одного старта. Получается, имя победителя остается неизвестно, пока не будут пройдены все дистанции. 5, 4, 3, 2, 1. Скорость, ветер, каменная крошка под кроссовками и радостная атмосфера. Чувство сопричастности к чему-то великому. Характер этого волнующего устремления сложно прочувствовать, если ты всего лишь наблюдатель. Для них это ощущение счастья. Преодолевая слабости и превозмогая боли, они проверяют свои нечеловеческие возможности. –